Любители экстрима теперь могут выполнять трюки на скейтах, самокатах и велосипедах BMX. В поселке Монино открыли новый скейт-парк, который отвечает всем современным стандартам безопасности и качества. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков оценил спортивный объект и в честь события подарил спортсменам шлемы. В парке установлены лавочки и проведено освещение. Строительство спортивной зоны проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».